Сегодня старожилу поселка Дружба Зинаиде Краснокутской исполнилось 90 лет. Вся жизнь юбилярши связана с этим поселком. Более 35 лет проработала техслужащей в школе номер 6 и является ветераном труда. В свои годы юбилярша сохранила жизнелюбие, помнит в подробностях свою биографию. Ростовская область, Савский район, село Новая Горлицкая. Я там родилась и там все перенесла, и голод, и холод. Не плакать не буду. Как совхоза начинала работать. А потом сюда переехала в 53-м году. И тут уже до конца. Зинаида Алексеевна заслужила память любовью к детям, преданностью к делу, честным отношением к работе, да и всей своей долгой жизнью. Детей не гоняла, только швабру брала в руки, все. Мои родненькие. Смех был вот так в школе. Я так, как помою пол и выйду из класса, и фигурное, а я говорю, сюда иди, моя рыбочка. Это что, фигурное катание? Нет, дядя, не, мы не будем, по наценочке идите. И все. Вся сознательная жизнь Зинаиды неотделима от культурной жизни односельчан. Она многократно принимала участие в смотрах и конкурсах художественной самодеятельности, на выступлениях, посвященных памятным датам, чествованию юбиляров, празднованию Дня урожая. Она неоднократно награждалась почетными грамотами и денежными премиями. Любите петь? О, ты что? Да, если бы ты глянула, моя родная, сколько у меня песен в голове, миллион алых роз, вот так. Я то люблю и на гитаре играть, и на балалайке. Я 20 лет на сцене, все песни мои Зыкиной, Толкуновой, этот, Ольга Воронец, все мои песни. Все знают Данькина. Я не грущу о той весне былой, взамен ее моя любовь со мной. Администрация школы, в которой трудилась Зинаида, не могла остаться в стороне и решила поздравить ее в этот важный для нее день. С цветами и подарками представители школы посетили юбиляршу. Здравствуйте, бабушка Зина. Здравствуйте, с днем рождения вас. Женщина вот днем такой. Мои родные. Зинаида Алексеевна окружена любовью и заботой. Именинница имеет несколько почетных званий. Мама, бабушка, а еще скоро станет прабабушкой. Вместе с мужем воспитали сына и дочь. Ее радует пятеро внуков. В чем секрет вашего долголетия? В чем секрет? О, сказать, да? Да не надо. Смех и грех, Господи. Долголетие. Ну что, долголетие. В больницах мало было. Больше дома, что надо, свое дело сделаю. Это, до 10, до 11 перекур. Вот мое долголетие. Утром устаю, чеснока 2 зубка, колбаса, масло и кофе. Все. Поела, все. И вот это мой, а тогда аж сейчас обедаю. Вот это у меня такая жизнь проходит. Я не боюсь ничего. Я, пока я, Бог милый, сердечко ни разу не болело. Вот. И гоню вот до конца. Думаю, может, после 90 еще может полазить где-нибудь. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почетный возраст. Желаем Зинаиде Алексеевне крепкого здоровья и мирного неба над головой.